Ребятули, привет, привет! Это канал Реальная Качалка. Сегодня очередная порция, выпуск интересных фичей, новиночек с AliExpress. Поэтому оставайтесь с нами. Будет весело, прикольно и классно. Вот разные размеры. И мы, дабы не тратить время, сейчас будем все это по одной распаковывать. Мега распаковка, мега посылок на канале. На канале Реальная Качалка. Итак, поехали. Первая посылка. Тут меня она чем удивила сильно. Ребятки, получается, она ко мне пришла вообще с ДНР. Хотя заказывала все это Китая, но мне она пришла с ДНР. Тут два конверта. И, ну, то есть, вот один, видите, да? А в середине получается еще один. В чем прикол, я до сих пор понять не могу. Как так оно получилось и вообще, что это такое? Ну, мы сейчас попытаемся все это распаковать аккуратно, потому что клеено, переклеено уже, я вижу. Тут конвертов очень много. И что она пришла вообще с ДНР? Я до сих пор понять не могу. Что это такое даже? А, вижу. Как всегда, по вашим многочисленным просьбам, так сюда труселя, бля. Вот такие моделька. Два. XL. Такая очень интересная модель. Тут с потайным карманом для члена, видите, да? То есть можно, тут такое тоже есть, видите, желтое. Можно, короче, ссать, не снимая трусы. Встрочено. Это, конечно, смотрится. Ну что с ДНР, я так и не могу понять. Это перед. И это зад. Притом это хлопок, ребята. Самое главное. Много белого, но я надеюсь, я буду аккуратно носить и будет все хорошо. Так, катона 95% и эластана, эластика 5%. Так, все бирочки, все наклеечки, все есть, вот фирменные. В общем, недорогие, но вот так вот. Там еще были чисто белые, по-моему, с синими вставками. Но мне кажется, те вообще марки. И желтые были, по-моему, тоже. Ну, тоже так смотрится не особо. Эти, получается, самые такие яркие. Самые интересные. Так. Погнали дальше. Погнали дальше. Так. Тоже что-то такое, но давайте маленькие, давайте на потом оставим. Мы посмотрим на такие еще большие. Пакет такой побольше. Маленькие просто проще распаковывать. Как говорится, все легкое на потом. Это как бы мой такой
Тем более давайте хотя бы чередовать маленькие, большие, маленькие. Ребятки, не устаю радовать свою вторую половинку. Хочется всегда сделать ей приятно. И вот уже по рисунку я уже вижу, что это пришли ей. Пришла ей тема очередная ее. Какие-то обозначения, вот, размеры им-то. Упаковано, конечно, ребята, бредовенько. Китай есть Китай. Китай есть Китай. Эмочка. Чисто женский, чисто вот, ну, такой рисунок обычно однотонный, что спереди, что сзади. По составу 95 полиэстера, 5% спандекса. Ну скажу честно, ну не, это не фонтан, сразу видно, такое дешевка, короче. На картинке смотрелись намного лучше, скажу так честно. Так. Давайте одну маленькую распакуем. Так уж и будет, в принципе, так. Такой конвертик. Так, так, так. Медленно, не спеша продвигаемся. Это, как вы думаете, что это? Это, ребятки, тоже вы не догадаетесь, что это. Я вам так скажу. Это тоже женская тема, тоже подарок для моей второй половинки, для моей любимой девочки. Это спина. Кружева, конечно, фиг его знает. У него что-то вообще, ну, спереди так это вообще какой-то бредятина. Сам рисунок прикольный, но эти кружева, их столько много и напоминает школьниц первых классов, помните? Вообще, конечно, капец с этими кружевами, бредос. Тут чуть-чуть рисунок поехал, кстати, видите? Это перед. Поехал, малеха. Состав 100%
Катон. Ну, я так чувствую, что катон. Этикеток никаких нету нигде. Ну, будем надеяться, что реально катон. В общем, женская такая майка с прорезями, с офигенским рисунком на спине. И, ну, если как бы у меня девочка такая как бы прокачанная, я думаю, на ней будут смотреться прикольно вот эти вот разрывы. Будет смотреться четко. То есть, если вот подложить, видите, как оно, не знаю, видно вам? Я думаю, видно вам. Это рука, а спина еще красивее будет смотреться. Так. Так, следующая тема, огромная. Что там, я не знаю, сразу говорю. Но скажу так, что размеры у меня не маленькие. Или сумка, или рюкзак. Но что-то очень и очень огромное. Короче, какая-то барсетка. Тут больше ничего нету. В пупырчатую пленку. Без ножа мы не справимся. Опа-па-па. Па-па-па. Опа. Упаковали, друзья, конечно. Какая-то барсетка 100%. Но только я ничего не заказывал. А, понятно, это заказывала моя малышка. Сумочка. Клатч. Клатч, но не пацанский, ребята. Клатч. Просто клатч. Женский. Ну, скажу так. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Ну, такое любой девчонке понравится. Тут еще лежат всякие причандалы. Змеечка. Первый раз, знаете, кто посередине стоит. Ну, все работает нормально. Так. Такая туговато все равно, конечно, она ездит. Ну, смотрится довольно-таки, мне кажется, неплохо. Так, это, а что тут? Получается аж два карабина. Давайте посмотрим. А, тут даже получается, не, нифига я не понял. А, это получается одна ручка. Маленькая. Дюлечки, смотрим. Крепится с любой стороны. Тут еще, кстати, вот смотрите. Тоже кармашек, прикольно.
Тугая такая, прикольная вообще, туго-туго, ребят. Вообще классно. То есть на руку одеваешь, как барсетку. Только это женская. И прикол в том, что одевать можно на любую сторону. Тут же с обеих сторон. Видите? Или же... Да, туго, конечно. Или же вот эту большую. Цепляешь. Это надо только, чтобы оно выровнялось, видите, такое чуть-чуть пожмаканное. Вот так, все. И уже такая вот получается длиннючая. Тоже немаловажно. Еще же есть змейка одного вот вообще. Классная. Ну, прикольно. Луи Виттон перевернутый значок, видите, да? Класс. Так, ну, мне нравится. Оригинально сделано. Ну, прикольненько. Класс. Это хорошая, хорошая сумка. Как бы я ни думал плохо о ней, скажу, в данном варианте товар абсолютно соответствует фото, по которому заказывали. Сто процентов. Это класс. Ей понравится. Так, и еще одна посылка. Последняя, крайняя. Догадывайтесь, что там может быть. Догадывайтесь или нет, ребятки, подумайте. Что здесь может быть? Пах! Вы не угадали. Это опять очередные темы. Но только это чисто плавки. Так. Так, так, так. Какие-то такие, блин, даже, можно сказать, прозрачные, что ли. На фотке были нормальные. Тут вообще как какие-то гейские, что ли, как для геев, блядь. Именно реально как... В натуре как для геев. Вообще капец, блин. Это гейские трусы, получается, или что? Или просто меня наломали, блин, ну, как-то херово. Херово знаю, но резинка классная. Блин. Такая-то надпись. Хорошо, что хоть не бикини. Ну, и цвет прикольный. Когда так вот, видите, ложишь. Мы сейчас посмотрим, если ткань положить, будет видно. Ну, то есть, трошки видно. А вот если растянуть... то видно хорошо. Ну, я думаю, там модель довольно-таки интересная. Все равно. Я утрирую, что гейские. На самом деле, нифига они не гейские. Обычная модель.
прикольная по составу. Это синтетика 100%. 90. Так, ребята. Видно у меня. 90% полиэстер и 10% спандекса. Ну, что то, это все химия. Я говорю, химия. Синтетика. Ну да, в принципе, химия. Не натуральный же хлопок. Так что так вот. Прикольненькие такие. В фирменном пакетике. Видите, да, значок соответствует этому. Размер действительно максимальный. XL же. Здесь тоже XL. Поэтому я думаю, что это будет все. Чики-чики. Хорошая вещь. За недорого. Если какие-то вопросы, ребята, возникают у вас вообще, то можете смело задавать вопросы, все писать в комментариях под этим видео. Смело задавайте, не стесняйтесь. Все будет нормалечек. Это канал Реальная Качалка. Ставим лайки и подписываемся на наш канал. Жду ваших ответов. Жду вашего мнения по поводу этих всех распаковок. Эта рубрика была заведена на нашем канале только благодаря вам. По вашим просьбам многочисленным. Я вообще как бы не любитель делать покупки, все эти Алиэкспресс и все остальное. Но почему бы нет? Вместе, вместе веселее, как говорится. Поэтому все то, что я заказываю, все то, что приходит моей семье, моим близким, друзьям, коллегам, все мы распаковываем и все показываем в наших выпусках. Поэтому поддержите наш канал, поддержите нас своими лайками, своими комментариями и вообще своим мнением по поводу всех этих выпусков. Все, ребятки, до скорых встреч. Пока-пока. Это канал Реальная Качалка. Будьте здоровы. И хороших вам покупок на Алиэкспрессе. Пока.